Привет, друзья! Это «Съедобный бизнес» и новый выпуск. С вами Андрей Сунко. Сегодня мы снимаем Last Exit. Last Exit – это тематические мини-парки, где расставлены фудтраки на выезде и на въезде в Дубае. Не зря он называется Last Exit, потому что именно по дороге в Абу-Даби это последний выезд из Эмирата Дубай. Компания Miras, кому принадлежит этот проект, уже открыла 4 такие точки вокруг Дубая. Их концепция заключается в том, что люди часто ездят между городами по работе, и это очень удобно, заезжая на заправку, которая здесь же находится, брать с собой утром кофе, либо ланч, прям не выходя из машины. Очень классный концепт. Last Exit впервые был открыт в 2016 году, и сейчас он набирает огромную популярность. Сегодня мы с вами посетим 2 таких тематических парка, которые находятся напротив друг друга. Первый – это в стиле Mad Max, и второй – в стиле 50-х, 60-х годов по американской inspiration теме. В общем, оставайтесь с нами, пойдем посмотрим, как это все выглядит, и обязательно что-нибудь попробуем. Ставьте лайк, если еще не подписаны на мой канал, обязательно сделайте это прямо сейчас. Погнали! Ну что, закажем 1 кофе, 1 капучино, 16 дирхам. Обычно сюда люди подъезжают на машине, но мы решили пройтись пешочком. Погода налаживается в Дубае. Кстати, нас только что щеманула охрана, запрещают снимать на профессиональные камеры, мотивируя это тем, что нужно обязательно какие-то разрешения получать. Так что знайте, что в Дубае не везде можно снимать на камеры для своих там каналов и так далее. Просто будьте внимательны и либо заранее получайте разрешение, либо прячьтесь, как это делаем мы. Ну что, друзья, как вам первый парк? Как по мне, очень даже. Мы едем во второй, поэтому не переключайтесь. Мы приехали уже во второй парк, просто развернулись и по дороге из Абу-Даби. Первый въезд в Дубай – это Last Exit в стиле 50-х, 60-х. Сзади меня вы видите такая прикольная детская мимишная зона, все выполнено очень классно, качественно. И что меня удивило, сейчас покажем вам, это все продумано, даже линеечки, все как положено сделано, и даже self-order place оформлен классно. Пойдем посмотрим. О, прикол! Смотрите, уже поставили даже зарядки для Tesla. Все не просто так, потому что Дубай присоединился к странам, которые за будущее, за машины, за электрокары. И они сделали промоушен для электрокаров, что покупая машину типа Теслы в Дубае, ты получаешь в течение 2 лет бесплатные зарядки, парковки по всему городу, в молах, там на каких-то станциях, в таких тематических парках. И плюс ко всему все салики, это платные дороги, тоже в течение 2 лет бесплатно. Вот так вот. Страна, которая одна из самых больших поставщиков нефти в мире, уже подталкивает людей пересаживаться на электрокары. Вот так вот вы видите сзади меня. Я видел такое только в Макдональдсах раньше. Они первые, кто начали drive-thru, на своих макдрайвах поставили перед тем, как люди стоят в очереди, ждут заказа, да, чтобы ускорить процесс. Они поставили такие автоспикеры с меню, которые, где ты можешь сделать заказ и, подъехав, его уже забрать. То есть это ускоряет процесс. Здесь ребята заморочились и поставили в каждой точке. Вот сзади меня это точка Starbucks. Здесь постоянно очередь. Люди едут на работу и постоянно берут с собой кофе. Так что дерзайте, ставьте себе тоже такие штуки. Ускоряет процесс заказа и процесс прохождения очереди. Люди не ждут, не расстраиваются, быстрее получают свои заказы, а вы получаете свои денежки. По-прежнему ноябрь месяц, не знаю, наверное, с ракет опять уже палит вовсю. Что хочу сказать, вот такого плана тематический парк с фудтраками — это крутая возможность начать свой ресторанный бизнес. Именно купить и оборудовать такой фудтрак в Дубае стоит порядка 50 тысяч дирхам, это 15 тысяч долларов, вместе с оборудованием. Соответственно, вложив эти деньги, поставив в одном из таких парков фудтрак, вы можете протестить свой концепт, получить обратную связь. И если уже людям понравился свой продукт и они его полюбили, вы продолжаете масштабирование, можете открыть сначала во всех таких тематических парках и уже потом развиваться дальше в городе и в стране. Вот такой вам лайфхак. Ну, мы пошли, потому что уже жарко. Ребят, кому полный бак, заправляем сегодня бесплатно, пишите в комментариях ниже. Что хочу сказать, такого рода парки стали уже очень популярными, и сюда даже возят туристов уже автобусами. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Мы будем в преддверии Экспо 2020 снимать все больше и больше про Дубай, про популярные места. Поэтому напишите, что бы вы хотели видеть в следующих выпусках, какие места. Мы обязательно сделаем небольшой обзор про них. Ну, а вам до следующей недели. Андрей Сунко с вами, Съедобный бизнес. Пока.